По задумке авторов, проект закона о поддержке развития малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия стимулирует развитие малого и среднего бизнеса в стране, направлен на создание благоприятной предпринимательской среды и обеспечение необходимой нормативно-правовой базой. Среди прямых мер финансовой поддержки мы предусмотрели субсидирование части процентной ставки по кредитам, предоставление льготного кредитования, предоставление субсидирования по уплате лизинговых платежей, предоставление субсидий для участия в выставочно-ярмарочной деятельности и ряд других. Косвенных мер поддержки мы предусматриваем анализ нормативно-правовой базы, существующей в республике, на предмет устранения административных барьеров. Кроме того, информационную и консультационную поддержку бизнеса. Второй проект закона об упрощенной системе налогообложения призван снизить налоговую нагрузку на предприятия малого и среднего бизнеса в республике. Другой важный момент, на который обращают внимание авторы проекта. Документ создаст условия для выведения с теневого оборота значительной части денежной массы, имеющейся в республике. К большому сожалению, на сегодняшний день у нас система налогообложения двухуровневая. И в силу этого у нас очень многие предприятия малого и среднего бизнеса находят свою выручку, в основном держат в теневом обороте. Введение в силу данного закона позволит вывести, по нашим оценкам, от 30 до 40% данного теневого денежного оборота из тени. Соответственно, пополнить доходную часть бюджета. Минимальную процентную ставку мы постарались предусмотреть для сельхозпроизводителей, это 3%. И для предприятий, занимающихся промышленным производством и торговлей, поскольку таких торговых предприятий на сегодня в республике очень много. В Министерстве экономики рассчитывают, что к обсуждению законопроектов активно подключатся предпринимательское сообщество и заинтересованные граждане, после чего пакет законопроектов, в том числе законопроект о лизинге, будет отправлен в администрацию президента. Елена Лолуа, Саэта Гуха, Абхазское телевидение.